студию собрал, я сейчас все подключу, и как раз вот жду, пока поправится, ко мне еще Владос приедет, вот, стримы с ним запускать не будем, блядь, хуевая идея, мне кажется, вот, потому что я ему еще рассказал, блядь, про запретные слова, и ему эта тема еще больше понравилась, он теперь 7 раз больше хуярит, блядь, вот, так что, блядь, вот, он мне настроит там все, и у меня была идея прям на стриме сделать тричок там туда-сюда. Мне кажется, это пиздато было. Ну, я, конечно, не знаю, как сделать. Блять, я микрофон, нахуй, за 100 тысяч купил. Сейчас я распакую его, покажу. Короче, я не знаю, может, меня нахуй наебали, но мне собирал Кент, консультант в магазине. 427 тысяч на все ушло. Не считая MacBook. У меня еще MacBook нет, надо MacBook купить. Сказали, что там самая маленькая задержка. Типа, надо записываться с MacBook. Ебать тут чемодан, я ебал, нахуй. Тут как будто, бля, премиальный бустер, бля, со стримхауса. Ну-ка. Это микрофон. Я очень давно не тратил ни на что деньги. Я типа не шмоточник, бля. Я особо по шмоткам не угораю, то есть мне похуй. Я деньги вообще ни на что не трачу. Я вообще не понимаю, в чем смысл денег. Это, наверное, первое, за что я долгое время потратил. Это самая, знаешь, утопичная хуйня. Ты всю жизнь гонишься за большими деньгами, а потом, когда ты их получаешь, ты думаешь, блядь, а нахуй они нужны, на что их тратить вообще? Вот, поэтому, блядь. Ну, это прям первое, на что я потратил. Пизданутся, бля. Пахнет хитами, нахуй. Пахнет прослушаниями, стримами, бля, лютыми, нахуй. Лёх. Ну-ка, бля, ебать. Прикорная. Да подожди, надену наушник. Бля, ну ты и крыса. У Жожи 700к стоит, а он покупал за 700 тысяч, у него дома или просто имеется в виду, типа, студия у плохого парня? У него конденсаторный микрофон, только я не знаю, откуда он у него, но его показал, типа... Ну это прикольно, только это хорошая покупка, 100%. Ебать он малюсенький, нахуй, пиздец, бля, агрегат, бля, как пение, бля, слышишь, как хантика. Не понял. Это что, аудиотехника? Не, какая аудиотехника? Это... Ньюиман. А, Нойман. А, Нойман. Нойман. А, немецкий, да. Берлин, да, точка Берлин. Нойман здесь, классная. Здесь паук, нахуй, такой. Ключи какие-то, хуй знает, подъезды, бля, не знаю. А, чемодан можешь закрывать, пизданулся, бля. Mm-hmm. Вот, ну, короче, должно быть заебись. А, Неймар? Нойман, Неймар. А, короче, я еще реально, я это все не распаковывал. Бля, ебать тяжелая хуйня, блядь. Чё-то нахуй рука в обратную сторону, бля, не выгнулась. О, мониторчики. Бля, мониторчики что-то тоже дохуище стоят. Я прям не думал, что это настолько дорогое удовольствие, блядь. Это все очень дорого, это пиздец вообще. Вот, я хочу вот этот... Я хочу вот этот задний шкаф убрать и там все поставить как раз. А, ну если сейчас MacBook куплю, у меня тоже получится. Я не знаю, сколько MacBook стоит. Сколько MacBook стоит? Если вот у меня студия 430 вышла, еще плюс MacBook. 100 плюс, нет? Да, 100. Ну, 100 плюс 100%, да. Ну, 150 пусть будет, да. Ну, вот 580 тысяч тоже. Не, ну, уже же, походу, пиздатые там вообще что-то хуй узнает. Я вообще не шарю, типа. Я в этой теме так чисто. Мне что Владос сказал, там, плюс консультант, мы то и собрали. На похуях. Ну, это нормальное дерьмо, типа. Мне сказали, что это такое вечное говно. То есть это не то, что, знаешь, типа завтра постареет. Блядь. Я, конечно, не понял, до сих пор нахуя нужны эти мониторы ебаные. Если можно просто колоночки нормальные уругать, блядь. Алло, очкастый. Здорово, пизда, ебать, слышишь, блядь, конопатками. Здорово, Сен. Здорово, братик, как дела? Нормально. Балдёшь. Подруби музыку. А я не умею, я вообще не знаю, как это все. Блять. Как это все, ну типа выстроить вообще, что это. Бля, ебануться они тяжелые. Мне кажется, меня там наебывали жестко, понял? Он говорит, типа, есть мониторы, блять, есть черного и белого цвета. Да ладно, не буду говорить. В чем разница? Ебать его урод, типа. Вот, каждая хуйня вот это по 65 стоит. О, я вот услышу, вот у Владоса такая же один в один. Я не знаю, что это. Сейчас я открою, посмотрю. Вот это, ну...
Что-то такое диджейское, ебануться нахуй. Тундербулд, бля, аудио интерфейс, нахуй. Universal. Ну, походу, да, походу, звуковуха. Вот, короче, сейчас в планах я чуть поправился, то есть мне сейчас полегче стало, температура спала, и я сейчас в планах, ну, все вот это собрать, все это драгоценную хуйтень эту, бля. О, бля. Блядь, балдеж. Интересно, сколько эта хуйня стоит? Вот это я не знаю, сколько стоит. Бля, такой кайф, когда какую-то новую тему распаковываешь. Все. Бля, новую, ты слышишь, вот эта пленочка ебаная, девственная, бля, плева нахуй. Не снимай. Смотри, смотри. Целочка, блядь. Ой-о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 й. О-о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 -
Соскочил пенис, бля. О. Apollo Twin X, блядь. Apollo Twin X, бля. Я не знаю, сколько стоит, но, блядь, тут все дорогое, пизданулся. Вот, короче, блядь. Сотка. Сотню? Да. Ебать, меня наебали. Жестко, бля. Ну похуй, блядь. Такая, бля, малюсенькая. Че здесь сотку? Может, сотку? Ты один, бля, и рычажок, нахуй. Похоже на хуйню какую-то, на тостера, блядь. Ну, это звуковая карта. Какие-то дырки, блядь. Я не знаю, что. Ну, что-то разберемся. Какие-то чисто для музла наушники я урвал за 35, чтобы прослушать все. Мне кажется, тут меня точно наебали, да? Че там? Бля, ну вообще наебали, наверное. И можно было в обычных моих хайперах слушать. Бля. Бля, тут наебали 100%, нахуй. Сука, ебаная, блядь. Я же мог просто в хайперах... А нахуя, я же мониторы купил, блядь. Бля, гандунь и глаз, бля, наеб меня. Ладно, похуй. Какие мониторы, треки-то ты писать в наушниках будешь, Алёша? Ну, так, блядь, ты хочешь сказать, эти, бля, наушники, это шикарные наушники. Это шуровские наушники, ты чё говоришь? Шуры, типа шуры, что ли? Шур. Шур. Микрофон Шуров. Это нормально, это имба. Ну вот, короче, для звукозаписи, мне кажется, балдеж, бля. Не, Шура хуйни не делает, походу, да? Гоу голосование заебал ЛКС, ну сделайте, сделайте, мне интересно посмотреть. Пацанов, бля, по ощущениям, вот просто я уже в руке держу, они, ну они хуже, чем хайпера. Они какие-то дубовые, блядь. Лёх, что там с Васьком-то? Да ничего, пошел он в сраку. Ну шумка хуй его знает. Шумка нормальная, блядь. Вот, ну еще один монитор здесь получается. Это что за... Бля, меня там жутко наебали, он мне... Ой, блядь. Егор Крид, бля, звонит, нахуй. Замучишься. Бля, приятно. Егор сказал, что ему залетело, бля, ну, детройтское наше, бля, произведение искусства, блядь. Бля, что это за... Бля, у меня там пиздец, у меня каких-то ебаных аксессуаров сует, бля. Он говорит, да это хуйня, недорого стоит. Говорит, я тебе закину, даже тебя спрашивать не буду. Говорит, 6 тысяч, блядь. Он штук 10 мне накидал таких, бля. Ну ладно, это что это за хуйня? Он мне какие-то подложки ебаные для колонок сунул, говорит. Да, говорит, ты, блядь, без них сейчас, говорит, нереально, блядь, стол, говорит, трястись будет. Он говорит, по хуйне стоит 20 тысяч, блядь. Бля, мне кажется, меня вообще выебал жестко. Ладно, похуй, поставим, посмотрим, как будет. Если что, блядь, будете ко мне приезжать домой, нахуй, на студию, блядь, открою. 1000 рублей в час запись будет. Просто сзади у меня на фоне будете сеть хуярить треки, блядь, записывать. Бля, что это за хуйтень? А, это, кажется, это говно, блядь, за 20 тысяч, походу, для мониторов, блядь. Или не знаю, короче, надо посмотреть, блядь. Вот, блядь, короче... Вроде все показал, самое дорогое, остальные мелочи ебаные. Вот, пацаны, спасибо, что посмотрели, лайкусера хуярьте, блядь, подписку там, колокола ебите эти ебаные, блядь, чтобы, сука, эти прилетали смски, блядь, вам, что видос ебучий вышел, высрался на канал. До скорой встречи, пацаны, цените мать.